Вот оно, это поле, начиная со свадьбы, заканчивая серебряной свадьбой. Ну вот, тут ссоры, это самое плохое, измена, это вообще ужас просто. Рождение ребенка. Ну, мы придумали чуть другие правила, но может по ним играть так прикольно, если честно. Ну вот, короче. Вот, тут надо выбрать, типа, свою фигурку. Лена, Оля, Катя, Эльвира, Маша и я. Ну, такое и я, имя. Ну, ладно. Я вообще всегда выбираю Катю. Она какая-то более, ну, всех моложе. Ну, и я так выглядит. Ну, вот она. Так, дальше. Вот они, правила игры. Смотрите, мы кидаем кубик. И, типа, что тебе попадается? 6, вот это вот все. И тебе дают в кредит, типа, 600 единиц. Это реально много, могу вам сказать. Ну вот, а тут есть вот возврат кредита, и это значит, ты все отдаешь. Это, короче, вот, тут еще зарплата, работа. Вот, тут выбираешь себе работу. Вот, если ты, например, выбрал работу номер один, вот она, врач, то ты смотришь, какая у тебя зарплата. Вот, работа номер один. 80 единиц тебе зарплата. Если ты попадешь, вот работа, и вот зарплата, клеточка. Ну, вот так. Дальше. Вот, и по работе выбираешь себе машину. Вот, машина номер один, она моя, типа. Вот, потом выбираешь также дом и квартиру. Сейчас вам покажу. Вот, вот из этих вот квартир выбираешь. Ну, первая, она почему-то самая худшая. Не знаю почему, хотя нормальная зарплата. Ну, и также дома. Ну, вот и дома. Ну, вот, это мой домик. А потом, когда ты попадаешь на клеточку рождения ребенка, то у тебя рождается ребенок. Сейчас покажу, какие дети тут рождаются. Ну, вот. Вот они, дети. Мне почему-то нравится всегда Таня, потому что я к ней привыкла. Почему-то почти что каждую игру она мне попадается. Ну, вот смотрите. Короче, второй игрок. Второй игрок, он типа показывает перед тобой карточку, и ты выкладываешь ее. Ну, например, тебе попался Андрей, там, кто там еще? Петя. О, Таня. Вот она моя любимая. Ну, не знаю, может быть, она не такая уж веселая выглядит. Ну, не знаю, я к ней как-то привыкла. Ну, вот так вот. Теперь про клеточки. Про клеточку свадьбы я вам уже говорила. Тут отпуск уже написано, что надо сделать. Ссора. О, ссора. Тут, короче, вам дается вот такие вот бумажки ссора. Если вы набрали три ссоры, три, тогда вы начинаете все сначала. Видите, развод. Вы начинаете сначала. Ну, вот. Вот так вот. Ну, вот. Потом, если вам попалось примирение, тогда это минус одна ссора. Минус. Например, измена. Там, вот она, измена. Тогда вы тоже без проблем просто туда-обратно, назад. Ну, премия, это вы получаете 20. Универмаг вправили, если вы забыли, например, заплатите 8 единиц. Потом, поликлиника. Поликлиника, заплатите 3 единицы. Продовольственный магазин 3 единицы, праздник 15 единиц. Я уже почти все запомнила, но запомните то, что на правилах все есть. Вот, сколько заплатить. Свадьба ребенка. Свадьба ребенка, это, кажется, самое дорогое, вот реально. Ну вот, детский сад, больница там и т.д. Ну вот, я вам все объяснила. А, кстати, машину... Потом дачу, и где там квартира где-то была. Вот квартиру вы получаете не сразу в начале игры, а вот как вы попадете на эти клеточки. Ну вот. Ну и все там.